Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» провел свою последнюю игру в этом сезоне в рамках Еврокубка. Решающая встреча в топ-16 состоялась в Нижнем Новгороде. Соперником нижегородцев был израильский ХПЛ, фаворит Евролиги, в составе которого сейчас играет звезда мирового баскетбола Амаре Стодемайер. На его личном счету 14 сезонов в НБА в составе таких известнейших команд, как Нью-Йорк Никс, Майами Хит, Даллас. В итоге встреча завершилась поражением нижегородцев. Опытные спортсмены нижегородской команды остались на скамейке из-за травм, и потому играли в основном молодые баскетболисты. Наши баскетболисты даже вырвались вперед, но итоговый счет 73-81 в пользу израильской команды. Мы знали, что у Нижнего очень много проблем с травмированными игроками, но по-прежнему это команда, которая очень хорошо играет, очень много забивает. Игра была отличная. Мы играли всей командой, очень сплоченно, дружно и на одной волне с болельщиками. Я считаю, мы могли выиграть эту игру. И, может быть, кто-то из игроков где-то не поверил, не доработал. Очередной урок для них будет. Больше, как сказать, уже... Получили много уроков в этом сезоне. Больше у нас нет прав на ошибки.